Ребятушки, всем привет, всем доброго добра. Сейчас я расскажу вам, как правильно дышать и как тренировать свой выдох, чтобы манить и не испытывать никаких неудобств. Кому-то, может быть, не хватает воздуха, кто-то начинает надувать щеки. Все это лечится правильным дыханием. Итак, для тренировки вам потребуется примерно 5 минут в день. Для этого необходимо встать стоя, расслабить верхнюю часть тела, плечи, немножко вот так вот пошевелить. Дышим на 4 счета, на 4 действия. Первое действие — мы вдыхаем в себя воздух с сопротивлением, я вам сейчас это покажу. Задерживаем дыхание секунд на 5. Далее выдыхаем, тоже 5 секунд. Задерживаем дыхание на пустых легких, также на 5 секунд. Потом вдыхаем. И этот цикл у нас имеет 4 стадии, и мы его повторяем. Показываю вам первую часть. Вдох. Руки опущены. Вдохнули, при этом сделали расслабляющее движение. Ну, у меня сейчас воздух, естественно, вышел, у вас воздух будет внутри. Пошевелили плечами, расслабились. Грудная клетка наполнена, легкие наполнены. Снизу доверху. 5 секунд прошло, выдох. Выдох делаем таким образом. Кончик языка прижат к нижним зубам, верхняя часть языка прижата к небу с таким шипящим звуком. Вот эта часть лица слегка напряжена. Сдулись. 5 секунд пауза. Легкие пустые. Через 5 секунд начинаем вдох. Вдох также с отягощением. Эта часть лица напряжена, губы в трубочку. И продолжаем. Сейчас я вам покажу полный цикл. Встали, слегка расслабились, вдыхаем. Очень важно осуществлять вдох с отягощением и выдох также с отягощением. С помощью этого упражнения вы также увеличите запас дыхания, запас воздуха в своих легких. Для дальнейшего развития и совершенствования вы можете увеличивать продолжительность вдоха, задержки, выдоха и снова вдоха. То есть каждый цикл вы можете равномерно, пропорционально увеличивать на 1, 2, 3 секунды, либо просто можете уменьшить. Кому-то 5 секунд может быть много, достаточно будет 3. Поэтому всем, у кого проблемы, рекомендую данную методику, тренируйтесь, и вы обязательно увидите результаты в день по 5 минут, не более.